Готовится быстро, получается вкусно и сытно. Помидоры хорошо промыть, обсушить, разрезать пополам. Пересыпать в форму для запекания, добавить очищенный чеснок, посолить, поперчить, посыпать итальянскими травами, влить оливковое масло, перемешать. В центр добавить кусочек сыра, запекать 15-20 минут, температура 200 градусов. В подсоленной воде отварить макароны до готовности. Откинуть на дуршлаг, достать помидоры с сыром из духовки, перемешать расплавленный сыр с помидорами до образования соуса, добавить макароны, хорошо перемешать и немедленно подавать к столу.